Привет, народ. Моей супруге приписал доктор уколы по утрам. Ну и вот как мы их делаем, собственно. Смотрите. Открываем спирт. Нужно ватну смочить спиртом. А здесь вот такая крышечка. И нужно то ли грязными ногтями сюда лезть, что крайне нехорошо, то ли нож каким-то инструментом брать, что тоже крайне нехорошо. Можно взять вот эту крышечку стерильную и вот так вот ее открыть. И она там остается. Мы ничего не касаемся руками. Мочим ваточку и точно так же закрываем. Знали это или нет? Если не знали, то пользуйтесь. Пока-пока. Увидимся.